Отопительный сезон в Петропавловске закончится в это воскресенье. Соответствующее постановление подписал мэр краевой столицы Виталий Иваненко. Остановка мощностей ТЭЦ и всех котельных будет проходить поэтапно, по технологической цепочке в течение 3 дней. Горячая вода летом сохранится в домах и социальных учреждениях, где это возможно технически. Для проведения плановых ремонтных работ запланировано отключение ГВС на 2 недели в каждом районе города.